Лишатся ли алматинцы питьевой воды на случай сильного землетрясения? На этот вопрос журналистов сегодня на брифинге в правительстве ответил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигытов. Глава ведомства рассказал, что в Алматы нет больших водных объектов. Обеспечивают город питьевой водой подземные источники. Вся система разработана в рамках тех строительных норм, которые на сегодня есть в стране. Напомню, в ночь на 23 января в мегаполисе произошло сильное землетрясение. Подземные толчки достигали 5 баллов. В Алматы до сих пор ощущаются авторшоки. По городу Алматы нет больших водных объектов. Обеспечение питьевой водой – это подземные источники воды. Вся система, которая вот питьевая вода, она разработана и построена в рамках тех строительных норм, которые на сегодняшний день в Казахстане существуют. Поэтому вы же видите вот это то, что произошло землетрясение. При вот этом землетрясении никаких срывов по обеспечению водой жителей города Алматы не было.